Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Соль и Святилище. Так, мы зашли в эту пещеру, теперь мы чисто здесь лутаем и смотрим, что здесь есть у нас. Прежде чем отправиться дальше. Ой-ой-ой-ой. Да, там у нас новые враги есть. На самом деле это все дело опасное. Очень опасное. Меня просто выпилили. 13 катуш было. Да. Каев. Просто каев. О, я не разочаровываюсь. Мы сейчас все равно их и вернем, как бы то ни было. Но мы их себе вернем. Вот так их, дурачков, обмануем. Магия научился уже, в принципе, пользоваться. Тут трудностей не должно быть. Так, минус. Воу. Воу, воу, воу. Что-то новенькое. Так. Воу, воу, воу. Новые враги. Тихо, тихо, будь потише. Так, давайте лучше. Хотя. Так, проход. Мне нужно теперь туда как-то проход найти. Так, да. Пожалуйста! Я понимаю, что они сильные, но все же нужно обороняться. Ты давай. Короче, можно о душах забыть. Ого, у меня размах. Ага, у мечи у них ядовитые. Хорошо, запомнил. То есть ты имеешь в виду... Вот так? Ого, вот так просто. Кольцо ловкости, ловчака, да? Так, кольцо покрова, так, это свет. Кольцо ловкача повышает ловкость. Ну, это... Я не удивлен. И талисманчик мы новый получили, добавляя к вашим атакам урон от молний. Так, молнии это может быть хорошо. На самом-то деле... Это может быть хорошо на самом деле. Вот так, да? И минус. Ну ладно, не страшно, чисто в душе реально. Нафармить душ — это расплюнуть. Так, ладно, сделать подношение.
чтобы у меня были статистики, новая статистика просто внизу. Так, что здесь? О, боже, я уже запрыгнуть не могу. Вы серьезно? Спасибо. Стена. Я не понимаю, как эти стены проходить. То есть я еще должен какого-то мужика найти из Ковианта. Это я точно говорю. Только где мне этого мужичка найти? Это уже второй вопрос. Ага, туда тоже можно забраться. Хорошо. Так, с тобой поприменюсь. А черепки я вот уничтожу. Так, из них, из одного и со второго выпали вещи. Хорошо, факел это... покупать не нужно. Нужно покупать. Отлично. Талисман из... так, кости. Так, уменьшает затраты энергии в ближнем бою. Ага. Затрат энергии, то есть меньше будет жрать стамины. Прикольно. Так, наверх хорошо, я не заберусь. Своими силами то я точно не заберусь. Туда мне не попасть. Так, допустим. Талисман. Еще один талисманчик у нас. Так, похищает концентрацию у поврежденных врагов. Так, откроем, ладно, себе проход и посмотрим по бестиарию. Так, алхимик. Вот, да, ты? Беспокойный скелет. Оживленный человеческий скелет с грубыми ржавыми мечом, удар которых оставляет зияющие отравленные раны. Так, тяжелый скелет. Оживленный человеческий скелет. Так, одетый в доспехи налетчиков. Вооруженный примитивно, но очень тяжело. Едва ли живой человек сумел бы поднять такое оружие. Должно быть, это существо было создано с помощью вероятной сильной магии. Так, бронеклещи. Пещерное отверстие очень прочными хитиновой броней. На самом деле, бронеклещ. Не одно существо, а два. Гигантский краб и одна двуногая жертва. Обычно человек, который тварь использует как трос. Соединение тел не убивает жертву, но после трансмутации жизнь без хозяина она его уже не сможет. Так, так, так. Вот эти, да, еще новая. Бедная ведьма. Бледная. Так, ведьма-утопленница с северного побережья герцогова Тристин. Тристинские ведьмы по... так... вопреки слухам, иногда не промышляли проклятиями и прочее, однако современная точность преуспели в магии стихий. Хорошо. Так, паук Падун. Гигантский паук, полученное имя за привычку падать на жертву. Падуны обитают в плохо освещенных пещерах и подземельях. Значит, я Падуна, да, с Падуном встречался. Так. Рассекающий дух. Так, облаченный в плащ дух из железной цепи и клинков. Говорят, ведьма, которая выдавала пытку для хакера, создала эти твари, чтобы она вечно мучила под их присмотром. Текс, текс, текс. В принципе, все, да? Да. Сколько тут осталось? Два... да, мало осталось, ладно. Опа. А это место, которое я вам говорил, да? За пещеру. Так, отлично. Значит, дело в силе, я могу себе еще сделать охерительный меч. Видите, когда есть магия, теперь нормальная, что можно творить. Так, пламенный страж. Магией вообще не пользуюсь.
то нахера... Нахера она мне нужна? Ну ладно, пускай будет все-таки. Все-таки, пускай будет. Так, сюда, пожалуйста. Спасибо, я просто не хочу с ним драться. Ну, эй. Ладно, и так сойдет. Так, я поднимался отсюда, да? Да. Так, да уж. Без чего-то мне все равно не обойтись. Так, давай. Жертва, и пойдем. Что? Пещера Хагера то? А, не, вот это внутри, да, я пещеры Хагера. А это что? Красный зал клеток. Ох, черт. Человеческое древо. Ну что, народ, поехали. Говорю, поехали. Окей, как мне тогда с ним сражаться? Короче, первый низ всегда ломается, как я вижу. Как мне его убивать? Не, ну в принципе враг легкий. Перед тем, как к нему лезть, лучше тогда меч свой цветом покрыть. В принципе... Мне бы... Так, давайте, короче... Что это? Это могилка моя? Так, я, короче, покрою меч сразу светом. Поехали. Давай, чё дела? Воу! Пожалуйста, давай я не буду падать. Ага. То есть ноги мне не достать. Хорошо, как ты переставляешь мне его убивать? Да, я вижу. Я понял. Так, мне вот это не нравится. На! Так, а вот теперь я могу и выпить, и пойти на босса сходить. Ой. На босса. Так, прах древа. Теперь я могу восстановить АП. Эй, слышь? Скелетина. А, все, понял, где храм. Не, слышите, вы такие наглые. В спину заходите такие. А давай-ка я тебя ударю. Молодцы. Ух, отлично. Так, давайте я сразу мешочек юзну. Повышаем уровень. Да, повысить. Отлично, у нас был новый босс. Так, древо нагвуков. Сделать подношение. Маг, кажется, есть. Да, уже есть. Значит, древо навыков.
Где там продолжение мое? Готово. 71 уровень. Я никак не могу чего сделать нормально. Ну, именно с боссами. Почему я внизу сдыхаю? Ладно. О, здорово, чел. Знакомые лица. О, из тебя стежки выпали. Салам алейкум, алалекум. Так, сосуд света. Здесь я точно не был. Если я босса нашел. О, светилка. Здорово. А где там враг, да, должен восстановиться, да. Но мыслит он так же, как и мыслил. Так, вижу предмет. Да, без этой способности. Хе. Хе. Ой, там... Слышите, а там рубильник. А как мне тогда на ту сторону нужно было попасть? Рубильник-то с той стороны, а я с этой. Ладно, не страшно. А, вот здесь я помню, да, я падал, вздыхал. Все отлично. Хе, я умничка. Так, во-первых, куда ты меня приведешь? Значит, я тогда просто не дошел. Вот оно что. Колечко. Что за колечко? Так, значительно снимает эффект утомления в бою. А, не суть. Босса я убил, значит норма. Жизни мало, да. Я хочу себе новый меч. Для трансмутации я использую идолов, чтобы найти мне еще одного идола, мне, ну, который мне именно нужен. Мне нужно немножко тут помучиться будет. Немножечко. Отравленные стрелы дали. Блин, я луком не пользуюсь. А, подожди, а кто луки использует? Охотник, да, только, кажется. Кажется, только охотник. Алхотник. Алхотник. Так, ладно. Что мы делаем? Поднимаемся наверх. На этот раз пойдем в другую сторону. Так, рычаг. Ой, ну и имею в виду в другую сторону именно здесь. Вот здесь, в этом пространстве. Здесь я еще не был, да? Экс. Блин. А нифига, да? Окей, допустим. Допустим, и так. Что здесь у нас были за враги? Покажите вы мне их. Так, ну здесь точно должна быть отпрыжка. Точно эти факела. А, все, вспомнил. Фигово место, ладно. Ладно, ладно, тогда погнали там, где я сдыхал. Это здесь. Замечательно. И где моя покатушка? О, привет. Сейчас поедем с вами на самый верх. Посмотрим, что там. Да, падать было здесь быстро.
Пока, пацаны, подка. Так, это я тоже место помню. Так, это, кажется, выход, да, из этой клетки. Да. Не, ну лифт на самом деле очень большой и долгий. Локация сама по себе большая. Но откуда я знал, что идти дальше там будет светильник плюс босс? Сюда я не знаю. А, нет, там сундук. Значит, не нужно. Да, я здесь падал. Так, ладно. Если так, тогда делаем вот как. Спускаемся. И честно, фиг с ним. Ой, привет. Главное, что древо это. А внизу тоже, да, у нас, кажется, проход был куда-то. Попробовать спуститься. А почему тут не так высоко, камон? Из-за чего я здесь умираю? Или типа хочу я и не хочу, типа по задумке я должен здесь умирать по-любому. Если так, то это бред. Попрыгун херов. Отлично, я, допустим, хочу туда вниз спуститься. И я подыхаю. Бред, 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 бред. Там есть проход. Я его видел. Если есть проход, значит есть и срез. Срез, который можно создать самому. О, что-то выпало. Тихи солдата. Что это за место? Почему я сдыхаю? Там негде умереть. Серьезно? Ладно, забираем своего духа, погнали тогда в ту локацию, где я был. Да, здесь стихи можно на этих фармить. Эх, жаль. А я то думал. Нет, босс на самом деле... Ну, это просто смотреть, что я прокачанный довольно сильно. Поэтому босс мне проблем не... Блин. Так. Да, я даже не пробиваю так сильно. Так, храмик. Отношения. Кузнец есть, все. Там у нас босс был, поэтому идем сюда. Здесь. Да, я думаю, перелечу. Ребят, нет, нет, нет. Я понимаю, что вы хотите, но не, не. А, я здесь был. Великолепно. Допустим. Дулулым. Опа! Что я нашел? А что я нашел? А, не, я нихера не нашел. Так, короче, единственный способ куда-то пойти, это где я был тогда. Чел. Воу! Не.
Кажись, я нашел проход, куда мне нужно идти, да? Это не точно. Говорю сразу, это не точно. Вот что это за дисбаланс такой? Вот где я? Где я нахожусь? Использован ключ. Ключ от погреба. И снова я потерялся. А, не, это там, где я падал, умирал. Знак достоинства. Достатка. Повышает количество получаемого золота. Такое. Ой. Черт. Тут была ловушка. А, оказывается, тут была ловушка. Так, а теперь мы сюда пройдем. Блин, нужно хилы маленькие поставить. Серая жемчужина. Опа. Здорово. Привет. Я мят... Так, мятная скел. Ну, кое-кто зовут меня дьяволицей скел страшная. И чем красных владык. Ты можешь звать меня просто мятой. Некоторые бегут от опасности, я бегу за ней. Я... В мире есть два типа людей. Жнецы и урожай. Я жнец, а ты? Жнец, говоришь. Жнец всякий может называться, а ты... Докажи. Ты жнец? Нет. Нет, овощ. Ты не пойдет. Нет, овощ так не пойдет. Отлично. То есть я пришел сюда-сюда ровно... А там что есть, да? А ну. Тихо. Не, а там ни хера нет. Ладно. Ну, место, то сюда нужно придется еще возвращаться. Мешок земли, я не пойму, где можно найти. А вы поняли, о чем я? О каком мешке? Что это за место? Может мне кто-нибудь объяснить? Так, кажется, припоминаю. Да, припоминаю все. Отсюда можно валить. Отсюда можно валить. Здесь я был. Просто мы открыли мини-среза, да? Так, стихи. Да, это оно. Это тот срез, которым я подумал правильно. Значит, я был здесь. Я был здесь. О, привет. Как ты меня бесишь, веришь? Так, и то место. ТП, ребят, а где я находил ТП-халку? Я не помню, где я находил ТП. Которая еще меняет меня, типа, пространство. Так, то это не оно. Ну это точно оно, если я сейчас туда пойду. Вот, да, ну тоже, или нет? Блин, и не вспомнишь. Черт. Там, кажется, что выпало, да? Да, прах. Это тоже не оно. Черт. Да, я теперь могу более часто махать мечом.
Но замечу, это тоже не оно. Спасибо. Мне нужно как-то туда попасть. Но, скорее всего, туда проход, это с другой стороны. И то это 50-50. В принципе, можно будет попытаться. Ой, я лол хп. В принципе, можно будет попытаться. Поэтому давайте остановимся и на следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.